Если мы откроем с вами Авито, Цен или Домклик и посмотрим предложения по недвижимости в Краснодарском крае, то увидим просто огромное количество объявлений. Это, несомненно, вызывает растерянность. Ежегодно в Краснодарский край приезжают сотни тысяч людей, которые хотят жить в тепле, не видеть суровых зим и быть рядом с морем. Да, спрос рождает предложение. Но действительно ли на юге продается такой объем жилья? Давайте разбираться. Всем здравствуйте, с вами Стройгарант Анапа, меня зовут Михаил, и мы начинаем. Во-первых, зачастую на площадках продажи недвижимости один и тот же объект размещают несколько пользователей. Иногда одно и то же объявление можно увидеть 15-20 раз опубликованным от разных людей. Как правило, собственники не ограничивают количество риэлторов, которые могут заниматься продажей их объекта. А риэлторы не запариваются тем, чтобы поменять описание или сделать собственные фото, а банально копируют то, что уже выложено. Отсюда и огромное количество клонов. Во-вторых, несуществующие объекты. Риэлторы часто пользуются этой схемой, выставляют красивые фото дома с привлекательной ценой, чтобы зацепить клиента. А когда вы звоните по объявлению, то слышите, что данный дом уже продан, но есть другие предложения. В итоге вы попали в базу, и теперь цепкий продажник вас так просто не отпустит. И третий момент. На площадках по продаже недвижимости годами висят уже проданные объекты. Если пользователь при размещении такого объявления поставил автопубликацию и забыл удалить объявление после продажи, вы будете видеть дома по ценам 5-летней давности. Итак, как же сэкономить время и нервы при выборе дома и не нарваться на мошенников? Самый простой способ – это обратиться к крупному застройщику с подтвержденной репутацией. Жилье застройщика будет с чистой аурой и без неприятных сюрпризов от предыдущих хозяев. Вы можете проверить качество постройки, изучив уже сданные дома. Застройщик, как правило, предоставляет полный пакет документов по объекту, в том числе для оформления ипотеки. Можно посмотреть отзывы других покупателей. Второй вариант – это обратиться к риэлтору, в идеале, если его порекомендуют знакомые, которые уже пользовались услугами. Если же вы выбираете риэлтора самостоятельно, проверяйте его компетентность и репутацию, задавайте правильные вопросы. Каким образом риэлтор собирается искать для вас объект, каким образом будут оформляться документы, как он будет проверять историю жилья и так далее. Опытный специалист и сам сразу же задаст много уточняющих, но полностью относящихся к делу вопросов. И еще, хороший риэлтор всегда востребован, поэтому его услуги не будут стоить дешево. И в отношении застройщика, и в отношении риэлтора проверяйте сайт компании, социальные сети, как давно и регулярно они ведутся, насколько актуальна информация в них публикуется. Как правило, ответственные продавцы заинтересованы в предоставлении таких сведений своим клиентам. Если все же решили выбрать дом самостоятельно, то смотрите наш ролик про миллионы в мусорку или как не ошибиться при покупке дома. А я вам напомню, что компания «Стройгарант Анапа» в прямом смысле слова любит своих клиентов и готова компенсировать им трансфер до Анапы, например, от Сочи, пятидневное проживание или аренду автомобиля. Подробную информацию вы можете получить по телефону горячей линии, которую видите сейчас на экране, либо на сайте sga23.ru. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, там мы публикуем разную полезную информацию, рассказываем о внутренней жизни компании и делимся новостями юга. Ссылка на наш телеграм-канал будет в описании под этим видео. Подписывайтесь. До скорого! Кто приехал на юг, жить на море мечтал, знать, тебе повезло, ты на скидки попал. Можешь новый коттедж в теплом месте купить. Торопитесь, друзья, в Стройгарант позвонить. 8-800-222-20-18. Хутор Воскресенский, улица Молодежная, 1Б. Сайт sga23.ru.